Марин! А? На носу! Что? Что? Ты не поняла! Марина! На носу! Что? Не, ну я же не вижу, убери и все! А, короче! Тань! На носу! Что? У меня? Что? Что у меня на носу? На носу масленица! Все понятно. Благовещенец, сейчас идет масленичная неделя. И все поголовно пекут блины. Но кто-то должен сделать чучело и сжечь его. Этим кто-то буду я. Ну, а точнее, мы. Тань, дай зеркало. Дашка говорит, у меня на носу что-то. Я прощу их за непонятливость. К воскресенью, которое прощенное. А потом всей дружной толпой мы прогоним зиму и встретим весеннее настроение. Для этого всего-то надо сжечь чучело. Нам потребуется 2 сухих деревянных бруска, молоток, гвозди, солома или то, что ее заменит, 2 белых мешка для головы и рук, платье и платок. Маринкау, снимай платье. Ага. Сколачиваем крестовину и, конечно, бережем пальцы. Им еще блины хватать и уплетать за обе щеки. Потом берем солому, сухую траву или, как в нашем случае, бумагу. И привязываем ее веревкой к кресту, формируя тело чучела. Так, в голове моей опилки не беда. А прям золотые слова. Если мешка нет, можно просто обернуть солому белой бумагой, а яркий платок будет придерживать ее. Затем начинаем наряжать чучело в платье, не жалея ярких красок и тканей. Хлопчатобумажные и льняные ткани горят неохотно. Полыхать будет что-то шерстяное. А я видела, что некоторые девочки так в жизни одеваются. И я. Да что уж там, все видели. Девочки, давайте ближе к делу. Чтобы трава или бумага из чучела не вываливалась, можно зашить снизу подол платья. Пришло время мейкапа. Красим чучело так, как никогда бы не накрасились сами среди бела дня. Имеется в виду ярко, даже с избытком. Красные губы и щеки, и огромные глаза. Полезная информация, чучело нужно сжечь по воскресеньям. Как мы сожгли чучело, абсолютно не похожее ни на Марину, ни на Таню, ни тем более на Дашу, дежурную по рубрике. Таня, я не поняла, она нас что сейчас, чучелами обозвала? У тебя, Марин, на носу что-то.